Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская», расположенная у торгового центра «Премьер», вновь готова радовать рязанцев вкусными деликатесами. Чевыча, палтус, нерка, омуль, белорыбица. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет, да и свежестью та отличается от этой. В общем, мобильную ярмарку рязанцы всегда ждут с нетерпением. По телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавыча в филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавыча. Я постоянно покупаю. Близко я на Московском живу. Во-вторых, товар уже проверенный. Я знаю, что мне брать. Мне нравится. Любимейшее лакомство в нашей стране – икра. Незаменимый для средней полосы продукт, ведь витамины, жирные кислоты, которые содержит икра, позволяют поддерживать иммунитет в холодный сезон и спасает от авитаминоза. И снова отзывы постоянных покупателей свидетельствуют, что лучшую икру приобрести можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Не только свежая, но и невероятно вкусная. Рассыпчатая и зернистая, красная икра пользуется особым спросом. Икру! Больше всех. Я люблю и чевычу. Икру всегда покупаю. Каждый раз их жду. Очень нравится. Покупаю уже давно-давно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» работает, как и всегда, у торгового центра «Премьер» возле главного входа. Приобрести продукцию с Камчатки можно до 4 февраля включительно.